Сегодня православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. В Барнауле ранним утром во всех храмах прошли богослужения. Сотни людей пришли на праздничную службу, чтобы исповедаться и причаститься. Митрополит Барнаульский, Алтайский и Сергий провел молебен в Крестовоздвиженской церкви. У здания планетария собрались священники со всех церквей города. Верующие сегодня воздерживаются от мясных, молочных продуктов, рыбы и яиц. А в народе считалось, что именно сегодня последний день бабьего лета.